That's it. Друзья, доброго времени суток, меня зовут Гудмен, и сегодня мы с вами начнем проходить четвертую часть серии Мейс, он же Лабиринт на русском языке, и называется данная часть «Захваченный разум». Как обычно, перед тем, как мы начнем, немножко слов вообще об этой игре в целом и о серии в частности. Ну, во-первых, серия пошла не самым лучшим путем, на мой взгляд, потому что тот темп, который был задан первой частью, он, планка вот эта была довольно высока взята, и почему-то дальше вторая, третья часть, вот эти особенности, интересные фишки самой первой главы, так называемой, почему-то растеряла. Не было той прелести, Bad Games как-то душу, что ли, не вкладывал в саму игру, я не знаю, как это выразить, но было что-то не то. Единственное, что меня порадовало, это то, что в первой и третьей части была одна героиня, то есть у нас был один общий персонаж, и мы это даже не знали в третьей части, пока не дошли до бонусной главы. Мне так кажется, что в четвертой части будет что-то другое, будет кто-то другой, во-первых. Вот. И захваченный разум подразумевает, что опять будет какая-то психоделия, по всей видимости, какие-то глюки или что-то вроде этого. Что-то похожее мы видели во второй части. Там тоже главная героиня, да, там тоже была девушка. Она была под каким-то непонятным препаратом, но у нее, правда, был иммунитет, но тем не менее, все равно мы всякие непонятные вещи видели. По поводу сайта Big Fish, не очень все радужно выглядит. Оценка средняя аж 3,2, друзья. Это очень низкий балл. Я таких игрушек давным-давно не проходил на канале. Наверное, Grim Facade, я вот не помню, какие части. Первая, вторая, что ли, или вот что-то там. От первой до четвертой там очень низкие тоже оценки были. Вот. Но вы знаете, почитав более внимательно, я как-то так удивился. Первая часть настолько круто зашла. Почему такие низкие оценки? Вот, я зашел в обзор и начал читать. И вы знаете, что я увидел? Большая часть игроков жалуются на то, что нельзя получить доступ к бонусной игре, если мы не собрали там какое-то определенное количество морфинг-объектов. Вы знаете, эта фишка иногда используется, но не всегда, потому что обычно надо пройти только основную главу, чтобы получить доступ к бонусной, но вот здесь почему-то так, и вот из-за этого многие игроки поставили оценку 1 или 2 по 5-бальной системе, и из-за этого такой, видимо, низкий рейтинг у игры. Ну, правда, там еще есть комментарии, что это не уровень Mad Hat Games, сцены поиска не очень интересные и тому подобное. Посмотрим, не будем делать преждевременных выводов, но вот такое количество негативных отзывов в любом случае настораживает. Касательно ачивок, я посмотрю, здесь все довольно стандартно, единственное, что здесь 47 морфинг-объектов. Обычно они совпадали со сценами поиска, то есть, ну, если взять математику, 19 плюс 28 будет 47, то есть у нас не только в каждой сцене поиска есть морфинг-объект, но еще и в самой игре, это надо учитывать. Ну, остальные ачивки довольно стандарт, никаких уровней сложности, никаких условий для прохождения определенных головоломок, нет ограничения по времени, поэтому играем и пытаемся насладиться данным проектом. Честно, начальный ролик, я вообще там ничего не понял, если честно. Какая-то ерунда была. Кто-то что-то ставил, что-то получил. В общем, все, что мы знаем. О боже ты мой. В очках, кстати, кто нас вез, было видно, он был в очках. Но это первый с ролика, в общем, мужик, который в пальто. Так, что, где я? Привет.
по-моему, даже туточки можно с трудом, но разглядеть. Голос приятный, такой скрипотцой, такой немножко зловещий, хорошо подобран. I shall return shortly to monitor your progress. Wait, what did you give me? What's happening? We shall see. По-моему, друзья, не Джейн звали героиню первой и третьей части, если мне память не изменяет, поэтому у нас новый герой, точнее новая героиня. Отмечаем тот факт, что нам кто-то что-то уже вколбасил, и какая-то странная шкала, индикатор уровня здравомыслия. Так, и тут есть, в принципе, значки. Смотрите, предмет коллекции не найден, морфинг-объект не найден, поэтому это, в принципе, упрощает дело, если честно. Сейчас мы тут понаходим все искомые объекты. Вот он здесь. Так, что у нас тут? Ясно. Так, вентиль, наверное... Ага, может шарфом заклеить? Так. Ага. Так, вначале где 3 делаем, потом где 2. Ну, все понятно. И что я сделал? Ага, труба. Карабины, детали замка, цепь. Прикладываю немножко усилий. Вообще, друзья, я, конечно, не знаю, как устроены многие здания, но никогда не видел, чтобы в здании была вот такая канализация. Хотя где-то была. Нет, бывает иногда в таких крупных учреждениях. Вот давайте просто понаблюдаем, будет ли в какой-то еще комнате канализация. Просто вот для нас такой вот любопытный факт. Так, ах, надо же сначала искать, а то где-то пропущу. Пока все не сложно. Знакомая головоломка такая была буквально вот недавно в «Проклятый отель», часть под номером 7. Тут что-то фонарик какой-то, да. Что еще интересного? Тоже такой замечательный момент. Вот смотрите, иногда попадается у нас такой осколок стекла, наш персонаж брать иногда не может. Надо какая-то перчатка, платочек. А уж резать им тем более что-то нельзя. Иногда можно взять, но нельзя использовать. А здесь наша девчонка понимает, что положение безвыходное, и почему бы немножко аккуратно не попользоваться этим стеклом. Так, там кто-то есть. Ну, подожди-ка. Я занят делом. А вот здесь, кстати, я вообще никаких предметов не вижу, где можно использовать. Ух ты, ух ты. Ага, вот оно. Hey, are you okay? Who are you? Oh, thank the stars. I thought I was alone here. I'm Jonesy. Jane. Jane Patrick. How did you end up here? And where are we exactly? Don't know. Some guy stopped me on the road. Next thing I knew, I woke up here. That same guy tells me I'm a part of an experimental treatment. I'm just a scientific researcher. Why would anyone want to kidnap me? Well, I'm not sticking around. I'm getting out of here. In that case, take this. Maybe you can use it. And if you find help, send some back, all right?
Делаем ставки, друзья. Увидим ли мы еще этого персонажа или нет. Мне кажется, что должны. Так. Ведро с водой. Ага, там потушить что-то. Вот начинаются глюки. Сражаемся. Мы же... А заметьте, у нас убегала шкала. Что было бы, если бы я не успел справиться с этим? Ты как будто видел гост. Я видел. Я видел больше, чем один. I think I was hallucinating, Jonesy, but I'm fine now. I've been seeing things too. That and my head hurts. Hope it's nothing serious. Вообще, вы знаете, интересно было бы... Интересно было бы взглянуть, если бы мы ничего не делали, что произошло бы. Game over был бы и начало головоломки, скорее всего. Мне так кажется. Ведро с веревкой. Я, наверное, знаю, где веревка. Вот тут она какая-то лежит. Видимо, это то, что мне надо. Так, фонарь. Темное место. Мышка, извини, позаимствую у тебя кусочек замка. Вон еще один кусочек замка. Так. Первая сцена поиска. Что у нас там есть? 10 предметов за 10 секунд, по-моему. Раз, два, три, шесть, 12 предметов. Два топора. Вижу, оковы одни есть. Вторые. Пока не вижу. Паук один. Вот. Второй вот. Клюшка для гольфа. Вот. Яд. Вообще непонятно. Яд. А как яд? Череп такой-то должен быть. Веревка еще. Ладно. Поехали, друзья. Паук. Оковы. Яд. Что-то мы выбили. Я хотела бы помочь ему, но не смогу открыть камеру. Я вернусь за ним, как только найду помощь. Нет, друзья, мы не выбили с вами 10 предметов за 10 секунд. Наверное, немножко тормозили. Зато спринтер. Мини-игра звенья, чем за минуту. 3 предмета на сцене поиска как можно быстрее. Ладно, погнали. По-моему, мы вообще все нашли уже. Нам только сюда. Так, что тут сложного? Как крутится, ага.
Не очень удобное управление здесь. Кто бы что мне ни говорил. Эти крутёлки я не очень люблю. О боже, честно, я даже немножко испугался. Нет, никогда не надо от кого убегать. Только если шансов уже нету. Ух! Так, непонятно, что дал мне этот сумасшедший, но от этого не так легко избавиться. Грибочек. Что дальше? Странно. А, вот же. Что это мы взяли? Кусочки клейкой ленты. Горный пейзаж. Короче, я нахожусь на территории клиники Горный пейзаж. Теперь у меня есть информация, которую я могу сообщить властям. Я бы не был столь уверен, что этого товарища сообщников нету. Так, а у нас же что-то есть. Труба. Хотя вы знаете, шанс, что вот будет она идеально подходить к топору, это, друзья, к этому топорищу, это шанс настолько низкий. Вот представьте себе, если он будет толще, вы его не засунете. Если он будет тоньше, он у вас просто будет ездить. А тут вот так подошел, что и не выпадает. Это... Так, надо что-то другое. Шанс, в общем, не очень велик. Так, а здесь, я смотрю, нету ничего. Этих предметов. Перчатки. Ну вот, для проволоки у нас что-то еще. Вон и город. Хорошо. Цена поиска. Неужели нет? Еще одна задачка. Что-то вы как-то тут разбушевались со своими головоломками. Наоборот. Так. А это что, клей? Чем нам клей? Это заклеивать будем. Монстры. 12 штук. Так, а чё это не берется? Нет, я опять не успею. Поищу-ка я призрачный объект. А вот он. Где ж еще монстр? Саркофаг? Вот ты где. Две чивки мне дали. Быстрые пальцы, меньше чем за минуту и умник. Опять не справились. Ну, вообще, эту ачивку я могу... Знаете, где выбить? Сейчас даже покажу вам. Или в конце видео покажу, если время останется. Так, значит, предметы мы не выкидываем некоторые. Это хорошо.
Что такое? Сколько отверстий? Пожалуйста, теперь надуть. Все, друзья. О, старая добрая головоломка на реакцию. Главное ехать по центру. Половину проехали. Финишный рывок. Ничего сложного. Так, мы в городе, да? Пока к шерифу идти не буду, поищу-ка я эти мозги. Призрачный объект я видел. Шериф, I was kidnapped last night and taken to an underground maze up in the hills. I think it's called Mountain View Asylum. Anyway, there's more people being held there. And then this man experimented on me, and now I'm having these visions and... Whoa, slow down, Miss Patrick. There's nobody after you now, so take it easy. I was wondering when you would show up. We found your car last night. You left all your stuff in it. It's parked out by the diner. Так, а где же призрачный объект? You have to believe me. There was a man standing out in the road last night. He made me crash, and then he locked me up in that asylum. Miss Patrick, that place has been empty for years. I admit, every once in a while we get some complaints. Ну а где должен быть маньяк? Так не в заброшенном месте. Нет, он будет в общественной где-то больнице сидеть. But it's usually just the local kids messing around, or a wild animal rummaging through the place. Дети? Что-то я сомневаюсь. But if it'll make you feel better, you can show me this place. That would be perfect, Sheriff. Thank you. Нет. Что-то он странный какой-то. Я не знаю, как вообще, ну, допустим, у него помощников нет, а шериф, он только один вообще полицейский в городе. В таком случае нас должны отвезти в больницу, а он должен поехать осмотреть место преступления предполагаемое. Но что-то здесь другое. Ну, Бог его знает. You should wait here, Miss Jane. You'll be safe here. В смысле, ордер на обыск здания заброшено? Ну ладно, может, я законы не знаю какие-то. Городские новости. Здание клиники «Горный пейзаж» постепенно разрушается. Архитектурный памятник, некогда элитное учреждение, теперь постепенно разрушается. Все приходит в запустение. Ой, какая гадкая головоломка. Бе. Скажу вам, друзья, честно, по секрету, эти крутелки я вообще не люблю. Не то, чтобы я их как-то боялся, или они шибко сложные были, но иногда самим так можно закрутить, что потом не выкрутишь уже. Хорошо, если кнопка сброса есть, и можно попытаться со второго раза.
сюда, что ли? Он даже на место встала. Что у нас есть? Так, 10 предметов я здесь вряд ли найду. Призрачный объект не нашел. Слишком увлекся. Ну ничего, призрачный объект главное на карте искать, а вот это остальное можно потом отдельно найти в сценах поиска. Ага, вот и Джонси, кстати. Выберите и тяните провод от одного контакта к другому. Число на каждом контакте указывает возможное количество. Не соединяются по диагонали, только вертикаль и горизонталь получается. Пу-пу-пу. Ну, здесь только один выход. Это сюда. Уже проще. Так, кому от этого проще? А с кем вот этот соединяется, что он? Я не понял, а вот это с кем? Эй! А чё это было? И что здесь можно? А у меня денег никаких нету. Ха. А вот и деньги. 2, 3. 3 монетки. Зеленая ручка.
Только не такие задачки. Как я вас не люблю. Надо перекрутить половину, чтобы выйти, как я хочу. Задачка не самая простая. Okay. All is set. We're good to go. Можем отправляться в дорогу. Так, мы тут все сделали. Здесь мы все взяли. Что в путь? Locked. You see? No one's home. Слушайте, он такой... Идиот или я понять не могу? Логика железная. Ворота закрыты, значит дома никого нет. Ну нет, он осталось только написать «я здесь», забыл открыть дверь. Слушайте, ну... I'll go around and check the back. You stay here. Maybe you can open that gate. Then we'll check the grounds. Take this. Call if you're in trouble. Ну это хоть, что, хоть что-то разумное. Я думал, шериф-то уже совсем ни на что не способен. Только чушь какую-то молоть. Да, где ж тут призрачный объект, интересно. Вот что-что, призрачные объекты, вы знаете, они отлично здесь прячут. Даже, я бы сказал, очень хорошо. Опять какая-то крутелка, да? Надоели своими крутелками уже мне. Ну понятно, дупло белки. Как иначе? Thank you.
Вот это спрятали, да? Как будто в настоящем малиннике копаешься. Вроде есть и вроде нету. Слушайте, я не вижу малину последнюю. О, там что-то подсветилось, я увидел. А. Так, что тут делать? Тут в принципе, можно было бы расставить по фазам, но непонятно, где начало, где конец цикла. Если еще у Луны что-то можно предположить, то у Солнца я что-то не совсем понимаю, где какая. Слева, наверное, должно быть Солнце, справа Луна, а в середине вот эта вот отметка, где пересекается Луна, типа затмение. Возможно, это должно находиться здесь, а это здесь. Значит, мне надо что-то влепить сюда. Как это сделать. Так, что-то я туплю. Вроде все. Фух. Ох уж эти крутелки мне. О, друзья. Сейчас ничего делать не буду. Посмотрим, что случится. А ничего не случилось. Это формально говоря просто количество попыток, которое ограничивает нас в ошибках. You look like you've seen a ghost. I'm fine. Who are you? Are there more people here? Have you seen a masked man? A masked man? There's nobody here, unless you count. А ты что тут делаешь? The asylum's been closed for years. I went all the way around, but I didn't find anyone. This place looks abandoned. If what you said about that experiment is true, you should see a doctor. Первый дельный
совета от шерифа. Доктор Алден lives nearby. I could draw you a map if you have a pen and some paper. Why don't you go? Meanwhile, I'll look around one more time. You have the walkie if you need something. I'm not going anywhere until I make sure Jonesy is okay. Who knows how long he's been locked up there? I know. You're worried about your friend. I'll keep an eye out for him. Now go. The doc can help you. В смысле я присмотрю за ним? За кем ты присмотришь? Ты его даже не нашел. Что ты за бред несешь? О. Друзья, диалоги составлял какой-то двоечник, но... Just head down that road on your left and follow these instructions. I hope you feel better. Сцена поиска. Ух ты, прикольно. А чё так мало? Думаю, надо следовать указателям. Ой, блин, я забыл призрачный объект посмотреть. Так. Что-то менялось. Что-то мне кажется, и тут что-то меняется. Тихо. Да, думаю, что-то вот в этой части. Отлично. Топливо для зажигалок дали. Хорошо. Willow Road, дом 23. Так, а теперь призрачный объект. Мухоморчик не подходит. А что ж тогда подходит? Вы знаете, друзья, я предлагаю на сегодня на этом остановиться. Тем более у меня еще есть домашняя работа. Пройти вот эти вот сцены поиска на 3 звезды. Плюс там я один раз пропустил призрачный объект. Вы знаете, я пока честно разочарован тем, что я вижу. Во-первых, сюжет мне напоминает вторую часть. Там тоже какой-то эксперимент ставили над людьми, и наша героиня ходила, какие-то глюки ловила. Здесь очень похож в этом плане сюжет. Может быть, даже одна девушка, но я сомневаюсь. Вот. Второй момент. Очень слабые, ужасные просто диалоги. Нелогичные, абсурдные. И порой вызывают просто удивление, как можно... Вот, так говорить и так поступать. Я это вообще не понимаю. Вот. Вы знаете, даже сцены поиска, которые я очень люблю от этой студии, всегда привожу в пример, они не похожи сами на себя. Это просто куча наваленного мусора. Никакой логики в том, как они, как предметы лежат, никакого интереса. Я не знаю, но выглядит это все ниже среднего уровня. Да и какие-то задачки, какие-то все в том плане, что идет один типаж. Да, они разные условия, разные механизмы решения задач. Но всюду надо что-то крутить. То есть эти крутелки, они надоели. Хотя бы что-то другое бы предложили бы нам. Потому что у нас было, по-моему, 4 задачи сегодня. Вот именно вот на эти вот всякие крутелочки там что-то крутить, чтобы что-то получилось в итоге. То вначале мы двигали эти кристаллы, там красный, по-моему, и какой-то, не помню, синий, по-моему, но... Вот, потом вот эти цветные, вот эти какие-то лампы были.
потом там что-то еще было. А вот эти ворота, то есть как-то все даже, какие-то даже задачки типовые, ну и вообще, повторюсь, сюжет очень абсурдно выглядит. Вот, так поэтому, друзья, как-то я так, у меня такая мысль уже появляется, что Mad Hat Games какая-то появилась подстудия, которая занимается какими-то проектами, которые не очень интересны на данный момент основной группе разработчиков, потому что что вот здесь, что последний и поэтому предпоследний Rite of Passage выглядят, конечно, мягко говоря, не очень, как будто реально какая-то другая команда разработчиков все это делает, либо у них поменялся кардинальный состав и какая-то вот часть коллектива куда-то ушло в другое место, то есть каким-то, может, другим разработчиком. Выглядит все в разы хуже. Mad Hat Games, если так продолжит, то очень быстро потеряет свое вот это вот реноме, так называемую репутацию. А этого бы не хотелось. Ну и на этом, друзья, все. Слишком много выводов для первой части. Хотя вы знаете, обычно, когда играешь первые минут 30-40, наслаждаешься игрой и ставишь пример, вот так надо, чтобы была вся игра. Здесь нечем хвалиться пока. Если бы я играл в такую демку, я бы игру не покупал, если честно. Тут нечем заинтересовать игрока. Все, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Если вас заинтересовала игра, то ссылочка, как всегда, будет под видео. А на этом у нас все. Всем пока-пока и до новых встреч.